Один из главных вопросов и в булгаковедении, и в спорах фанатов Булгакова – это как он все-таки относится к Воланду? Как это получилось, что дьявол стал самым обаятельным героем советской литературы? Вот подумать о том, каким образом соотносится «Мастер и Маргарита» с советской традицией, что там советского, что антисоветского, и какую, собственно, силу, всегда желающую зло, олицетворяет там Воланд, мне кажется, это сегодня довольно продуктивно. Воланд вчера, сегодня, завтра. Так будет звучать наша тема. И мне кажется, что именно сегодня в облике Воланда высвечиваются довольно неприятные, а может быть, в каком-то смысле и слабые, уязвленные черты. Конечно, Воланд не победитель, и Булгаков это понимал. Вот об этом мы и поговорим.